Приветствую вас, и давайте рассуждать следующим образом. Вот вы начали встречаться с девушкой. У вас с ней все хорошо, как вы говорите. Вас в ней все устраивает, ее вас тоже все устраивает. Какие у вас чувства друг к другу? Вы любите ее? Любит ли она вас? На этот вопрос нужен ответ. То есть, был ли фактически между вами признанием любви? Был ли у вас интим? Почему я это спрашиваю? Мне не просто так интересно. Дело в том, что от этого зависит будущее. Если девушка призналась вам в любви, она говорит, что она любит вас. Если она с вами спит, значит, у нее к вам вроде бы серьезное чувство. Если вы ее любите, значит, у вас тоже к ней серьезное чувство. И вот давайте зададим себе вопрос. Она знает, что вам все это неприятно. Вам не может быть приятно, когда ваша девушка общается с бывшим парнем. Не может быть приятно никак. И она это знает. И все равно она это допускает. Не рассказывает его родителям, пишет ему письма, зная, что вам неприятно. И все почему? Потому что она такая женщина, которую сейчас, на данный момент, очаровывают плохие парни. И может ли она уйти к нему, если он освободится? Это область догадок. Важно другое. Вы ей говорили не один раз, что вам неприятно, что вам не нравится их ситуация. Хочет помогать ему трудоустроиться, пусть помогает. Но простите, по переписке, простите, дистанционно, вы имеете право, как ее парень, на свой комфорт. Вы имеете право, как ее мужчина, на свою гармонию, на уверенность в себе. А ваша девушка вас не слушает даже в том, чтобы перестать ему писать. Думаю, такое отношение к вам, мягко говоря, потребительское. И если она не признавалась вам в любви, не говорила, что любит вас, это может означать только то, что для нее вы промежуточный вариант до тех пор, когда выйдет ее бывший молодой человек. И, к сожалению, в этом случае факт знакомства с родителями мало что значит. Потому что, ну, познакомила она вас с ними, потому что вы показались ей хорошим. Она знает, что вы хороший. Но его-то родителям она ничего не говорит. Хотя могла бы, но не сказала. Значит, скрывает, значит, по какой-то причине она вас стыдится. Хотя, казалось бы, чего стыдиться? Парень сел в тюрьму не просто так. И будь он ей другом, девочка давно бы, как с другом, была бы с ним честна. Но она с ним не честна. Она как раз-таки поддерживает образ его любимой, видимо. Не только для него, но и для родителей. В этой ситуации вам, безусловно, некомфортно. В этой ситуации вы, безусловно, занимаете менее выгодную позицию. И вы имеете полное право сказать ей: дорогая, я понимаю, что ты хочешь ему помочь. Я понимаю, что ты хочешь его трудоустроить из чувства альтруизма. Хорошо. Но я не понимаю, почему ты продолжаешь ему писать письма и почему ты не говоришь его родителям, что у тебя новый парень. То есть я. Это для меня оскорбительно, унизительно, неприемлемо. И, соответственно, до тех пор, пока так,
Я думаю, что ты меня используешь. И от нее уйти. Если она вами дорожит, если она готова для вас что-то делать, а ведь вы готовы для нее были что-то делать, вы терпите, терпели и терпите такое положение вещей. Если она готова для вас что-то сделать, для отношений, она, безусловно, поймет ваши страхи, ваши претензии и, по сути дела, их удовлетворит. Удовлетворит ваш вопрос, ибо при ее теории, при ее позиции, он абсолютно и полностью нормален. Ибо она ничего не теряет и против себя не идет. Тут нужно понимать, что не стоит полностью запрещать ей, как бы это сказать, взаимодействовать с мужчиной. Хочет помочь ему, пожалуйста, чисто по-человечески. Но простите, только вместе с вами. Если хочет помочь. Или дистанционно. То есть, договориться обо всем, все устроить, ему до катания приехать и все сделать. Вы имеете право это требовать. Потому что, простите, такие обстоятельства. И если она не согласится, то означает, что она вас обманывает. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, я желаю вам удачи, всего доброго и принятия верного решения.